van egy lelkon, egy grúz, a másik van egy panta. Interessante. Ura, se c'è una terza possibilità. Non avrebbe trovato niente. Мы вилла Италия, на стороне которая старая. С моими подругами. Начался дождик. Какая сфига. Я в шоке просто. Здесь ресторан, там диско. Девчонки, привет, добрый день. Всем добрых выходных. Вот, наконец-то я вышла из дома Капуши-Капуши. Вчера натусовались с подругами, друзьями. Иду рядом с дома. Сегодня я красно-бело-черная. Потом покажу в моем зеркале мой лук. Сегодня я вся... Потому что я хочу померить одно платье черно-белое за 50 евро. Хочу померить одно платье в этом. Посмотрела в Заре за 50 евро с черным поясом, потому что оно белое и с черными рисунками. Ну, как бы оно светлое, не прямо вот черное. Я вчера видела, но у меня телефон стоял на зарядке, поэтому я не смогла померить. Плюс я еще специально надела на себя этот пояс черный. Шанель такой широкий, чтобы померить вот именно с этим платьем. Но оно к низу немножко шемизе, да, как халат с пуговицами впереди расстегивается, как сейчас модно, женственно, элегантно. Просто внизу немножко вот трапеция. Я хочу пойти к китаянке, чтобы она мне ушила прямо. Я люблю прямые юбки, платья. Не люблю, когда расклешенные к низу, как трапеция. Потому что, когда так, я и так маленькая, 1,60 м. Я буду как это, как колокол в платье или в юбке. Как же раньше они назывались? Ну, как колокол, вы понимаете, о чем я говорю. Всегда лучше прямые, как бы удлиняет силуэт, иллюзию делает удлинение силуэта. Ой, какая жара сейчас наступила. Для тех, кто первый раз смотрит, новые подписчики, новые зрители, это Пьяцца Дуомо. Пьяцца Дуомо, потому что это вот Кьеза Дуомо. Ой, какая жара. Так странно было, так... Не солнечно, не солнечно. Пойду я. Я хотела вам показать сейчас, где пробежал этот вор. Он пробежал вот здесь, вот. Сорвал сумку с плеча на Пьяцца Эрбе. Сейчас покажу. А это Пьяцца Дуомо. Он пробежал вот здесь, вот. Вот отсюда, вон туда и в тот переулок. Так как тот переулок нельзя въезжать, мотоциклист не смог, остановился вот здесь, не смог дальше за ним гнаться. Вот видите, смотрите, какие у нас видеокамеры. Вот он, три видеокамеры на Пьяцца Дуомо. И это видеокамеры города, как в реалити-шоу. У вас тоже же там, да, бывает реалити-шоу? У нас называется Гранде Фрателло. Они сидят там 3 месяца в закрытом помещении, везде видеокамеры и тусуются. И в конце концов, самый последний, кто остается, он выигрывает. Самый последний, кто ужился. Раньше я смотрела такие реалити-шоу, но последние 5 лет не смотрю больше. Вот, смотрите, там были видеокамеры. Вот здесь вот на углу видеокамера.
Это вот банк стопроцентно. Есть видеокамеры у банка. Вот он отсюда выехал, из этого переулка выехал и вот так вот проехал на велосипеде. Смотрите, какие видеокамеры. Видите наверху? С антеннами даже. Сателлитария, да? И сейчас я покажу, где он мне сорвал сумку. Вот такой вот. Какой-то вот такой. Мне показалось, что он зингаро. Цыган. Потому что это не был африканец. Это не был белый. Вот именно как, такие вот, как цыгане. Потому что я одну секунду только смогла его увидеть, потому что он сзади подошел и сорвал. Теперь я вот так вот иду. Видите, сумка? Надеюсь, это не сорвется. И вот по этому переулку он туда, туда ехал, как все. Вот велосипедисты едут, да, но он так гнал. Я в жизни не видела, чтобы так гнали на педали человек. Вот прямо вот, как будто какой-то чемпион велоспорта. Ну, какой-то худощавый такой. В общем, и вот это вот впереди у нас Пьяцца Эрбе, который я 150 миллионов раз вам показывала, где рынок, где Палаццо дель Раджионе, где судили в средневековье людей. Судьи были, трибуналы их был здесь. Где все вот эти вот бары, рестораны уличные. Сейчас я вам покажу, в каком переулке он сорвал с меня белую маленькую сумку Валентина. Цвет, как называется, перла, да? Цвета перла. А потом я хочу просто померить вам 2-3 вещички в Заре. Но у меня опять заканчивается, боже мой, всю жизнь эти мотоциклисты внутри моего видео. Так, он сорвал с меня не в этом переулке, а в том, в следующем. Вот он, Пьяцца Эрбе. Видите, сколько народу? В 6 часов вечера здесь столько же народу, но без рынка было, без рынка. Сейчас вот рынок, потому что суббота целый день рынок. Вот за этим магазином. Я ходила здесь, полчаса разговаривала, потому что я в этом супермаркете ПАМ должна была купить сливки. Вот здесь, вот это вот кафе Калант, где Интима продают. Помните, один раз даже меня раскритиковали за то, что я сказала, а какие секси, за слово секси. Вот я была вот здесь вот, вот не там, где мальчик, а еще поближе сюда. Он с меня сорвал, у него здесь где-то был велосипед, вот здесь как этот Моторино, сел на, по-моему, здесь был велосипед, потому что он сел и как умчался туда. Отсюда ехал один мотоциклист, итальянец такой, лет 38. Я начала кричать: держите, держите, вор, аютате, помогите, помогите. Ой, боже мой, и здесь тоже видеокамеры, и везде видеокамеры есть. И вот так вот случилось, поэтому, девчонки, будьте осторожны. Я думала, это никогда со мной не случится. Сколько раз мне моя подруга говорила: будь осторожна, будь осторожна. Так, 50% распродажи. Как я обожаю белый цвет. Это что у нас? Так, тута. Это у нас комбинезон 249 евро. Нифига себе. 50% 249 евро. Что это, шелк, что ли? Ой, какой классный. Купальник такой девчачий. Так, 158. 158 стоит только трусик. Или все вместе комплект стоит? Триангла. Как вы думаете, весь комплект стоит или шляпенция, смотрите. Это вот кафе Калант. Вот это вот, почему это брюки такие? Ну, мне слишком цветочки не нравятся. И вот здесь вот, ой, здесь музыка, обойдем. Вот здесь
100% сейчас где-то здесь бегает этот урод, вор. Этот урод. И вот это вот пам, я хотела здесь купить сливки в этом супермаркете, поэтому здесь кружила по этому переулку туда-сюда, по кругу. Полчаса разговаривала с другой женщиной, нашей русскоговорящей. И вот так вот он с меня сорвал. Не вот так вот была сумка, а на плече. Ну ладно, уже то, что ушло, ушло. Другие новости сегодня утром прочитала в баре около дома. Оказывается, 64-го года рождения техник-информатик, который работал в университете БО, который я много раз показывала, вот за этим зданием есть университет БО. Кстати, я хочу, если можно будет, говорят там, или бесплатно можно заходить, я не поняла, или за деньги, видеть эту башню Архимеда. Я хочу посмотреть. Я помню, 20 лет назад со студентами итальянского языка ходила. туда, с нашей школы, в которой мы учились итальянскому языку, Бертранд Рассел. И мы посещали это университет БО, смотрели все, но это было 20 лет назад, я забыла. Это был второй университет в Европе, который открыли после Болоньи. Первый университет открыли в Болоньи. Так вот, я, если сейчас разрешат, если полиция не закрыла, оказывается, вчера вот он с самого последнего этажа спрыгнул и вот так вот, короче, не захотел больше жить. Оказывается, еще полгода назад, в январе, профессор, его прямо зовут Дука Аоста, у него вот, как его называется, фамилия Дука Аоста, профессор какой-то тоже университария, тоже вот с этой же башни Архимеда сорвался тоже, не захотел больше жить. А до этого какой-то студент, 22 года, из Веченца, он тоже где-то несколько лет назад оттуда. Так интересно, вообще такое место они выбирают, прямо университет БО. Как будто других вышек нету. Короче, все были в шоке. Ой, вот эти вот, которые... Вот эти легкие босоножки, я купить-то купила, но они так мне натирали ноги, что я больше не ношу. 100 евро просто выкинула. Вот эти, как называется вот эта марка? Ой, смотрите, вот она, розовые вещички этой марки. Томми и Хиль. Так. Сколько процентов? 40%, да. Ну, здесь такая музыка, девчонки. Это что? Хари Кришна. Помню, как в Москве Хари Кришна, все такие бритые в розовых колора песка, персиковых одеяниях ходили и бубнами. Привет всем, привет. Вот она я, ваша жасминка, витаминка с двумя разрезами. Это платье Парош из чистого шелка. Купила в виде луки год назад за 50%. Я платье, которые идут на распродажу, никогда не покупаю за 100%. Так много народу, потому что солнца нету, никто на море не уехал. Всем салют, всем салют.